Древневосточную технику рисования на воде развивают в Минске. Суть эбру в нанесении рисунка на специально подготовленную жидкость из воды и экстрактов растений. Краски делают из пудры минералов, наносят их каплями, а затем кистями формируют узоры. Финальный вариант переносят на бумагу, также можно использовать дерево или ткань. В такой технике можно создавать не только абстракции, но и пейзажи, и даже портреты. Вот дельфин, ныряющий в море, да, это пейзаж. Вот это переход от фонов к цветам, повторяющие узоры хатипы. Эбру – это очень традиционная техника. В ней используются аутентичные материалы, аутентичные там, приемы, пигменты. С этим мало кто хочет возиться. В Минске, пожалуй, еще один человек этим сейчас занимается, и больше никто. Узоры в технике эбру можно переносить не только на картины, но и, например, на блокноты и украшения, а также можно декорировать текстиль и обои.